И добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня мы, как вы поняли, с Савычем попробуем сбежать из поликлиники в Роблокс. Понятно. Только я во всем в костюме. Это что на тебе мешают? Короче. Ага. Ну да. Короче. Это просто шторм обдолбы. Короче, знаешь что? Я уже сбегал из поликлиники, но не на камеру. А еще ты не сбегал, так что будем вместе сбегать. Так. Я сбегал на камеру. Ой. Что? Фух, я думаю, что я залагал. Так, все, пойдем. Бери чекпоинт и идем. Блин, я сразу подох. Сразу подох. Нормально, на таком легком испытании сразу подох. Да блин, у меня прыжок опять не нажался. Да что за... Ненавидую, ненавидую. У меня в бабке та же проблема. Нет, у меня он нажался. Да подожди ты, я еще этот паркур прохожу. Нет, у меня он нажимался, просто я не мог допрыгнуть. Все, готово. Да, я же тебе сказал, подожди. Я подох, у меня подожди. Ну подожди сейчас, хотя бы. Теперь я подох. Теперь я подох. Я тебе... Ладно, я тебя подожду. Ну здесь сейчас случайно не наступлю на какой-нибудь. Это... Да, есть! Кстати, о, прикольное испытание, я его очень легко прошел. Я тоже. Кстати, Савыч, я скоро сниму зомби-апокалипсис четвертую серию. Я тоже уже сценарий придумал к ней. А еще я скоро сниму, знаешь что? Что? Майнкрафт на симулятор реальной жизни. А что такое? А что такого? А что такого? Он просто... Хотя, не блин. Что у нас уже двоих есть моды, да? Ага. А ты на пятом испытании еще, да? Да, мы с тобой. А ты что тогда проиграл? Ой. Ой, понятно, ой. Подожди меня. Хорошо. Хорошо. Я подожду. Не надо уже ждать. Угу. Здесь, подожди, где сейчас? Кстати, Фиксай мою идею украл. Короче, почему, откуда-то Фиксай так, точно такое же, как у меня, снял видео. Я хотел снять симулятор реальной жизни, и у Фиксая у нас как будто бы мысли сошлись. Он недавно выложил такое же видео, ну, с другим названием только, но у него такая же идея, как у меня была. Вот. Ну, ему можно, да он первый придумал. Какой первый? Это я вообще-то давно еще придумал, месяц назад, и тебе рассказал. А он это снял. Так у него уже было такое год назад, если ты не знал. Симулятор реальной жизни? Да, у него он уже был. Он просто повторяет его. Я заметил, что у него некоторые ролики старые повторяются. Я это видео, если честно, вообще не видел, и я это вообще придумал, но еще у него точно, наверное, будут там какие-то моды, а у меня будет только мод на мебель и красивые вещи всякие, а, ну, шейдеров не будет. Шейдеров не будет? Да. А зря. Почему? Что в реальной жизни, а шейдеры делают только в реальной жизни. Блин, подожди меня по... Пыш. А ты еще не прошел это? Я просто... Нет. Я просто это на последнем... На прыгнуть. Ой, на последнем шипце я не хотел вот так сбоку прыгать, а прямо хотел прыгать. Ага. Кстати... О, прикол! И не разбился. Ага. Что, кстати? Короче, я придумал то, что... ну хорошо, тогда я в симуляторе реальной жизни буду с шейдерами, но там еще кое-что будет, как в реальной жизни. Поэтому это и симулятор реальной жизни. А я тоже потом засниму.
А почему ты мои идеи все время украдываешь? Почему ты мою школу украл? Тоже ты забыл телефон. Почему ты все украдешь? Ты мое видео украл, и оно стало самое популярное. Теперь ты хочешь такое же видео, как у меня, симулятор реальной жизни украсть. Я не украл. А что тогда ты сделал? Я, можно сказать, и себе просмотр подобрал, и тебя проспойлерил. Как ты меня проспойлеришь? Вообще не спойлеришь, а прорекламируешь. Как что? Как ты меня проспойлеришь, как ты говоришь? Ну, потому что там же ссылка на тебя есть. Ну, вообще-то, что-то мне это видео под просмотров не подогнало. Это как бы мое видео. И ты его украл. И это твое самое популярное видео. Так что удаляй его. Почему? Ну, блин, ты мое видео украл, и что ж то, что ты на меня ссылку оставил? Оно стало... Оно тебе... Хорошо, удалю. Удалю. Ну вот молодец. Удалю. Мне фикса это хватит. 73 просмотра. Ну да. А ты где? А ты где? Я этот быстрый паркур прохожу. А, я его уже прошел. А, ну молодец. А где ты? Если ты его прошел. А я там уже в дверь зашел. А, привет. Привет! А вы, оказывается, обошли стороной. Да. Так, знаешь куда? В рот. В рот залезай. А в рот? Кстати, это злая лаборатория, это злая. Всех хотят превратить в зомби, поэтому там была зеленая жижа. Ага. Так, главное сейчас не подохнуть. Блин, меня что, только что чуть не стошнило. Меня только что чуть не стошнило. Гениально, 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 гениально. Почему они чекпоинты не берутся? Я не понимаю. У Сауча там какие-то лаги, баги. И все прочее. А если я сейчас подохну? А, здесь нельзя подохнуть? А. Как здесь подыхать? Не понял. Что происходит? Что происходит? А нет, подыхаю. Алло. Алло. Алло, привет. Ты где? Так я этот паркур уже прошел. Где ты? А ты где? А, ты эти фиолетовые уже прошел? Ты фиолетовые уже прошел? Нет, ты фиолетовые прошел уже, что ли? Да. Когда вот ты успел? У меня был такой баг, что ты просто стоишь на месте и бежишь. Ты, оказывается... У меня был тот баг, что ты просто в стену уперся. Ага. Давай. Подожди меня, я подох. Хотел на спидране. Дохлый ты, пацан. Кстати, а знаешь, что я мечтаю заснять в Майнкрафте? Ай. Знаешь, что я мечтаю заснять в Майнкрафте? В Майнкрафте. Что? Я хочу заснять... А, в Майнкрафте? Спидран. Что? Я хочу заснять... Спидран? Да. Жди пока. Пока тебе разрешат ко мне в гости. Зачем к тебе в гости? Надо, чтобы много игроков было. Знаешь, где можно сделать спидран? Где? В Родлоксе в Майнкрафте. Да! Да, я придумал то, что на стриме... Я, короче, буду на стриме, ну, всех приглашу, да? Скажу, чтоб... Я, короче, всех добавлю в друзья моих, кто будет ко мне, ну, и потом я с ними в определенное время на стриме буду играть, спидранить. Только я не знаю, возможно ли пройти Майнкрафт в этом, в Роблоксе. А меня добавишь?
Хорошо, добавлю. Как ты думаешь, а возможно пройти Майнкрафт в Роблоксе? А? Не знаю, мы в Майнкрафте ни разу не проходили. Хотя вот ли я, в отличие от тебя, почти прошел. Я тоже почти прошел. У меня там уже 11-й уровень. Я там портал в ад построил. Я там уже эндерменов поубивал. Я уже просто навлюсь. Квадрате, что ли? Что? В том квадрате-то, что ли, прошел? Давай ты первый. Я уже 2 раза был первый. Теперь ты. Да не в квадрате. А где? Ну так и короче, я был у бабушки и знаешь что? Что? Я был у бабушки и короче, и я там решил попроходить Майнкрафт, и у меня уже 11-й уровень. Я так много кого поубивал, я даже эндерменов поубивал. Я в ад отправился, у меня алмазная кирка сейчас, представляешь? А я просто в Назаритке был, когда я прошел на... О, вот здесь! Я на камеру прошел. Правда? Знаешь, почему я почти прошел? Ну? Когда уже... У меня были уже эндерпёрлы. Ой, я подохнул. Что такое? Поставил на паузу. У меня же это когда я забываю паузу нажать, то у меня, я выключаю, то у меня сразу, точнее, заканчиваю. А мама захотела посмотреть фильм на моем планшете. Просто она иногда смотрит и такая, увидела это. Блин, понятно, все лагает, как всегда. В смысле, я подох? В смысле? Алло! Кстати, видео, знаешь, сколько длилось? Ну? Когда 2 часа. Вот из-за этого руна все так лагает. Алло. Кстати, а ты что про... А ты что, Назаритку даже взял? Да. Как? Уторговал. В смысле уторговал? Как ты уторговал Назаритку? У пиглинов. У пиглинов? Блин, я умер. У пиглинов ты Назаритку да. Поторговал? Да. Как? Блин, я умер. Ладно, шучу, я сделал вид, как будто ее добыл. Но я на самом деле не знаю, как ее добыть. Слышал, что с лавой связано. Ну, сделал вид, как будто за кадром. Чик-чик. На самом деле из креатива. Кстати, ты эндерперл тоже взял из креатива Ока Эндера? А? Да блин, почему все лагает? Почему?
эта игра так лагает? Я подох вроде бы. Или нет? Давай же подох. Я впервые хочу, чтобы я подох. Конец, ну блин. Что с этой игрой не так? Смыслы. Алло. Алло. А ты? Да? Слышь. А ты око Эндера получил? А? Блин, почему? Почему трубка ложится? Почему? Я не подох. Почему трубка все время ложится, а? Что? Почему трубка все время не ложится? Знаю. А ты где сейчас? Ты на 22-м? Да. Ты где? А ты где? Ты в унитаз попадаешь. Что нужно делать? Просто в унитаз попадай. Я еще там. Просто в унитаз попадай. А? Я внутри унитаза. А, поняла. Ты внутри унитаза? Алло. Да где это Савыч? Савыч? Савыч. Давай же, мы почти прошли. Мы почти до 23-го дошли. 23-й это финалочка. Ну давай. Ну из-за того, что вот все это так лагается. Мы столько времени потратили. Что он не может в этот туалет прыгнуть? Я понял. Да боже. Этого вашего руна? Кажется, перестала. Или это Савыч трубку положил? Это он трубку положил. Из-за этого вашего руна? Вот такая фигня происходит. Он вышел из игры? Нет. Я уже думал, что сейчас один пойду. Алло. Алло, блин, пошевелиться. У меня такой баг, что я умер, и у меня голова просто... Ага, понятно. Хорошо, давай быстрее проходи. Мы почти до финалочки дошли. Финалочка это 23-я. Смогу, походу, с тобой. Ну что, ты прошел? Алло. Ты прыгнул в туалет? Нет. Нет, потому что у меня такой баг, что я умер. И у меня просто голова висит. А мне не пошевельнуться. Я даже не до конца не умираю. Я ресет нажимаю. Уже третий. Ладно, подожди, у меня тоже был такой баг. Эта игра очень забагованная. Хорошо, я пока что подожду, или мне дальше проходить? Тебя подождать или дальше?
Тебе подождать или дальше проходить? А что надо сделать, чтобы из этого бага выйти? Короче, просто жди или еще раз рецепт нажми. Еще раз пробую, уже четвертый не работает. Ну, блин, мы почти прошли эту игру. Мне одному проходить, что ли? Да, я только попрощаю зрителей. 23-е это финалочка. Хорошо, прощайся. Прощайся. Всем... А ты прошел уже? Нет еще. Так я попрощаюсь в конце, когда ты пойдешь. А, хорошо. Я почти прошел 23-е, это финалочка. Там очень кое-что интересное есть. Когда ты пройдешь, мы вместе, может даже не, может не на камеру, я тебе кое-что покажу крутое. Только это фигня, но все равно. Понятно. Блин, у меня был такой баг, что я... Да. Короче, у меня был такой баг, то что я упал в зеленую штуку и просто не подох, а должен был подохнуть. И когда я почти добежал до 23-го, я подох. Но теперь уж точно можно говорить пока. Давай же. Алло. Давай же. За баги. И ура, я прошел, ура! Я прошел хоть тебе салочку, но все равно прошел все-таки. И я на 23-м. Его, видимо, вообще выкинула из игры. Нет, сейчас. Я буду на 23-м. Да, спустите меня, вы! И видно, он не попрощается. Надо было раньше прощаться. Ну, теперь я точно на 23-м. Так, кстати, можно... Прикол. Короче, вы поняли. Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Ну а с вами был Боевоин и Савыч, у которого все лагает и багуется. Всем goodbye. Я еще подожду чуть-чуть. Алло, говори всем пока, я прошел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями, говорю еще раз. Ну а с вами был Боевоин и Савыч. Всем гуд! Я заново прохожу эту игру. Перезашел. Ага, хорошо. Все. Goodbye. Всем goodbye.